За минувшие сутки российская военная авиация нанесла удары по 9 объектам инфраструктуры боевиков Исламского государства в Сирии. В нашей Минобороны еще раз подчеркнули, все удары носят исключительно точечный характер. Сейчас у нас есть возможность показать кадры. Они сняты камерой, установленной на одном из самолетов, которые совершают боевые вылеты. Сегодня ударами с воздуха были уничтожены командный пункт террористов, узел связи, крупный лагерь подготовки боевиков ИГИЛ, а также склады боеприпасов. Цели выбираются на основе разведданных Сирии и России, включая воздушные разведку. Оборудование позволяет наносить удары, как говорят военные, с абсолютной точностью. Большинство террористов бегут, пытаясь как можно скорее покинуть районы, где действует авиация России, бегут в соседние регионы. И сегодня из Ирака пришли сообщения, что боевики Исламского государства в провинции Анбар показательно казнили около 70 человек, которые пытались оказать сопротивление. Наш специальный корреспондент в Сирии Олег Шишкин передал свой репортаж за несколько минут до начала эфира. Уникальные кадры с камеры установлены на борту бомбардировщика. После взлета с авиабазы вблизи Латакии самолет выходит в заданный квадрат и сбрасывает бомбы по 250 килограммов каждая на базу боевиков. Высота около 5000 метров. Выполнив задание, пилот делает разворот и самолет ложится на обратный курс. Все цели многократно перепроверяются. Информация из разных источников. Съемки беспилотников, данные разведки. На первый взгляд это просто лес, но в инфракрасном излучении видны светлые пятна. Их много. После тщательного изучения аналитики делают вывод. В лесу военная техника. Данная группировка техники, замаскирована была вскрыта воздушной разведкой. Получено подтверждение по другим каналам. И самолетами Су-25 был нанесен удар по уничтожению данной техники, замаскированной в горной местности. Вы видите нанесение удара непосредственно в цель. В результате полностью вся техника была уничтожена, включая бронирование. Замаскированные склады, командные пункты в глубоких подвалах, узлы связи – это главные цели авиаударов для каждой конкретное оружие, в том числе и самое современное, высокоточное. Управляемая ракета с лазерной головкой самонаведения. Вот сейчас она закрыта красным защитным колпаком. Военные разрешили нам его снять, чтобы показать, как все это выглядит. Вес боеголовки 500 килограммов, дальность поражения такой ракеты 9 километров. Вот здесь в самолете находится лазерный прицел. Летчик подсвечивает цель лазерным лучом, и ракета следует точно по нему. Причем, какие бы маневры ни совершал самолет, направление луча остается неизменным. Погрешность при поражении цели такой ракетой не более 2 метров. За последние сутки самолеты совершили 25 боевых вылетов. Уничтожено 9 объектов террористов. На данных кадрах вы видите нанесение удара по складу боеприпасов террористов ИГИЛ, расположен в районе населенного пункта Тельбиса, это провинция Хомс. Серия вспышек свидетельствует о попадании авиабомбы в цель, в склад боеприпасов, что вызвало их детонацию. Причем, как вы видите на кадрах, что количество боеприпасов в данном складе исчисляется сотнями тонн. Здесь та же самая картинка вы видите с другого беспилотного летательного аппарата в инфракрасном излучении. Разбег, отрыв от полосы, и бомбардировщики поднимаются в небо. Полеты круглосуточно. Сразу после приземления техники начинают готовить самолет к новому заданию. Экипаж Су-24 готовится к вылету. У самолета их встречает техник. Он докладывает о готовности всех систем, а затем пилоты сами обходят вокруг самолета и пробуют, дотрагиваются до обшивки руками. Это похоже на какой-то ритуал, но на самом деле задача очень простая. Если небольшая даже какая-то заклепка немного отошла от корпуса, то глаз этого может не заметить. А вот руки почувствуют наверняка. Судя по сводкам, российская авиация работает эффективно, и это подтверждает сирийская сторона. Между тем, готовясь к отступлению, боевики спешат уничтожить сохранившиеся памятники. Сегодня ночью они взорвали античную триумфальную арку в Пальмире. Очевидцы говорят, боевики заложили большое количество взрывчатки. Власти Сирии надеются спасти остатки культурного наследия, если армия ускорит наступление. Тем временем приходят новые сообщения о зверствах исламистов. Накануне поздно вечером боевики казнили около 70 человек из суннитского племени в провинции Анбар на западе Ирака. Агентство Синьхуа сообщает об этом со ссылкой на местные СМИ. Убиты мирные люди, чьи родственники воюют в национальной армии, которая противостоит исламистам. Олег Шишкин, Марат Хабибуллин, Александр Сойдов, Дмитрий Синицын, Первый канал, Сирия.